Так, всем привет. Если вы видите это видео, значит продолжение следует. В прошлый раз остановился, что мы ожидаем разрешения на работу или вызов, или еще как-то так называется. Что-то подобное было получено. Ну, скорее, наверное, какая-то устная договоренность. Сегодня через 3 часа, сегодня 6 число, 6 апреля, выезжаем. Едем в город Лодзь, там нас ждет координатор, и уже будем устраиваться на склад, пищевой склад Carrefour или что-то подобное. Так, какой вид работы выполнять будем еще, я не знаю. Есть вероятность, что работа на каре, обещают обучение за наши деньги, пока деньги только тратим. Что заплатили уже? Заплатили за оформление документов 1300 гривен бюро по трудоустройству. Заплатили самую дешевую страховку 190 гривен. Два раза съездил в офис. Затраты на транспорт это всего лишь 28 гривен. И куплены билеты. Куплены билеты на поезд Днепр-Львов. 339 гривен. И на автобус Львов-Лодзь 500 гривен. Вещи особо не заморачивался, накидал все, что наслушался в советах по видео, то, что более опытные люди там советовали. Посмотрим. Какие могут быть сложности в дороге? В дороге, в принципе, никаких. Во Львове у нас будет 2 часа после поезда до автобуса. Посадка прямо на ЖД вокзале. Единственная, возможно, проблема с пересечением границы. Потому что едем мы по безвизу, по биометрии. Забронировали отель. Едем как туристы. А уже все бумаги будем оформлять на месте. Очень хочется надеяться, что все пройдет без каких-либо проблем. Не для меня, я уже много раз ездил в Европу, не для моих товарищей. Дальше. Это последнее видео из дома. Планирую снимать, как я уже говорил, на GoPro. На чем монтировать, пока еще не знаю. Буду, наверное, на мобилке. Какую-нибудь программу установлю. Так, в следующем видео планирую рассказать подробно о всей нашей дороге, о всех перипетиях прохождения границы, прохождения собеседования, поселения, там, где мы будем жить, условия проживания. Ну, это все уже будет в Польше. Если все успешно, то дня через 3 будет новое видео. Так что нам удачи большой. До встречи в сети.